Друзья, еще раз повторяюсь. Вот это именно райотделовские негодяи, которые разводят людей. А ситуация была такая, что пластиковые остановили КамАЗ. Приехали следователи, описали все. Ну и в итоге КамАЗ уехал, выгрузился, красавчик ему вообще. И все, а это теперь ноет, обманула нас, что типа везут регистрационные документы. В итоге привезли, а привезли уже готовые материалы. Ну, сейчас я подъеду еще туда. Вот, народ, в таких условиях мы пишем расписки. Да что вы такая вредная, я не могу понять. Вы хотите, чтобы мы зачастили к вам в райотдел или что? Не отвлекайте. Ну, человек сам сбывается. Я его что, трогаю? Ну, так вы что? Я трогаю его, я скажите. Да, вы заважаете. Да, на украинском улице. Вы на российском. Звезда моя. Вы на российском. Александра. Да, а вы майорша? Я что буду написать? Еще поедем до райотдела. Задерживайте. А я звоню, майорша? Да я ж не знаю. Я просто спросил. Что там значит? Вы майорша? Или вы адвокатша? Вот. Нет, просто в родительном подъезде. Дальше пока снимать не буду. Пишем расписку на ответ хранения автомобиля. Пока места. Алексей Михайлович, ну что, мы забираем машину или что? Схема следователей не позволяет совершить данное действие. И был произведен обман собственника и водителя, и, к сожалению, транспортное средство не забирается. По той причине, что схема была в том, заключалась, что сейчас человек пишет расписочку, указывает место хранения. Они нас сопровождают, потому что техпаспорт они не отдают. Так. Так как он управлять не может, совершая административное правонарушение, двигаясь транспортным средством без техпаспорта. Он двигается в место дислокации, так как он указывает адрес. На этом месте выходит, и они его опечатают. Вот да такой ты что? Вот такой был план. Вот учитывая, так что, вот. Обман был изначально, следователь сказал, сейчас под расписку выдаем, и вы уезжаете, потому что не является предметом злочину. Но, к сожалению, у нас... Да. Здесь, кстати, знак только направо, а эти гуси повернули налево. Сейчас вот пойдем их будем кошмарить. О, и страховки у них нет. И страховки нет. Вот сейчас мы сейчас вызовем еще 102. В общем, друзья, тут жарко. Я думаю, что, наверное, скорее всего, будем активистов вызывать, чтобы подъезжали сюда. Я еще включу. Ну что вы, обманщица? Именно обманщица. Вот та машина. Именно брехуха. И полицейский у нас есть, да? Вызываем 102. Мы по 102 сейчас, да. А скажите, а кто был водителем вот этого автомобиля? А? Я видел, я свидетель. Так есть же свидетели на видео, что ты садился в машину. Представьтесь. Нет, сейчас вот вы видели, так как вы там садились и выходили. Представьтесь. Просто сейчас будем вызывать. Ты нарушил знак 4.2. Ну и все. А что, полицейским можно нарушать, а нам нельзя, получается. Это что, Бога возомнил или что? Так, это Болеховский Тарас Вячеславович, полицейский водитель. Вы знаете, что ваш коллега нарушил ПДД? ВП ХКП 06-154. Действует до 27.01.2021. Да, у нас все. Сейчас сотрудник полиции. У нас есть еще там сотрудники полиции независимые? Нету, вызываем. Вызови 102 сюда, КТБ. Пусть, хотите так, будет так. У страхового полиса не было. Да, пришить. А что вы его указания раздаете незаконные? Кому его? Ну ей раздаете, брехухе вашей. Это чистая брехуха. Чего вы угрожаете? Я? Ну подойдите на меня в суд. Составите 173-ю, пожалуйста, что если это? Вы при исполнении. Транспортное средство. Да. Пожалуйста. Данные есть у вас мои, все. Адрес тут какой? Потому что я не люблю, когда человек в форме обманывает. А ты Б на высоте. Я вас обманула. Да не вы, к вам претензий нет. Ваша вот брехуха, которая протянула время, обманула людей. На высоком, подъедьте. И вот этот человек данный, нарушил еще ПДД. А именно, нарушил знак 4.2. Поворот только направо, а он повернул налево.
где двойная сплошная, пересек ее и поехал сюда. И все. Тем более номера запрещены. Пишем, дай мне протокол. Номера запрещены закрывать этими сеточками, будь якими предметами. Сколько метров было видно? Запрещено. Там написано запрещено. Это ты полицейским объяснишь. А то вы такие же умные все. Как так? Так вы же герои, вы же водителей привлекаете. Понимаете? Это нарушение, естественно. Вы нарушили знак 4.2. Нарушили? А ну скажи правду. Ну будь мужиком с остальными яйцами. Скажи, нарушил твой коллега? Нет, ничего не нарушал. Ты, говорю, балабол. Ничего не нарушал. Именно балабол. Ничего. А у меня на камере нарушал. Видно, как вы повернули. Ну посмотрите. Супер Сергей Николаевич. Именно балабол, брехун еще один. Посмотрите, ваш на камере. А если там будешь, он повернул налево? Ты ответишь за свои да слова? Да они сейчас выйдут, другой потом составит постановление. На улице. Ну значит, ты без остальных яиц, понял? Нет, а ты сейчас девочка, перед кем? За что? Я не знаю, перед кем. За что? На основании чего? Что ты меня тут пугаешь? Дядя. Кто все, выезжать. Приедет. Все, хорошо. А то как нарушать правила дорожного движения, так это вы можете. Друзья, ну как вам, да? Вы видели, да, что он поехал не направо, а налево. Еще обманывает. Ничего, сделаем популярным Мерифианский райотдел. Хотя такого, ну будет такое. Вы же ознакомливайте, когда включаете бодикамеру, ознакомливайте, пожалуйста. То бишь вы 10.26 не нарушаете? О, видите, вы даже не знаете законов. А вам показать, что это за закон? Вы приехали, я думаю, вы были заняты, мы-то почули, что... Да вы ее только что включили, у меня на камере видно. Она была и там включена. Вы ее только что ее включили. Она была в режиме. Я говорю, вы ее только что включили. Вы в автоматичном режиме снимаете? Вы согласно какой статье снимаете? Мы зараз чему-то зібрались, скажите. Да я не знаю, ваша... Вам хочется побаловать. Нет, это вот обманщица. Обманула людей. Потянула время. Какое время потянула? Я говорю, на видео все посмотрите. Что посмотрите? Будете у меня звездой. Будете звездой обманщица Мерифианского райотдела, которая обманула, сказала, что службовое посвящение ей везут, а оказывается, оно у нее было в сумке. Я вам сказала, не службовое посвящение везут, а что? Документы. А я вас что просил, документы или службовое посвящение? Именно брехуха, и все. А это расцените как хотите, делайте что хотите, докажете, не вопрос, потягаемся. Только вам 173 нужно сейчас составить, если вы желаете это сделать. Мне не сказки. Ну да. Ну вы же говорите, что я ее оскорбляю. Я протокол не складаю административно. Вы полицейский? Да. Вы повноважена особа? Вы хотите, чтобы у вас весь протокол складывался? Ну давайте. Я этого не собираюсь делать. Чего? Ну пусть вот этот. Не общайся. Слышь, а ты такой именно дерзкий, я вижу. Вы все такие в райотделе там? Да не, но он нарушил правила дорожного движения. Никто не угрожает. Да вы ж мне говорите, что я... И у нас. Бабки были в машине. В магазине. Серега, не трогай, Серега. Не надо, не трогай. А там грязи много? Много, ладно. Нормальчик. Сейчас по-любому. Так а что, бабки были в машине, пропали бабки. А, деньги были в машине? Конечно. Нихера себе. А кто украл деньги с машины? Ого! Ребята полицейские. Деньги с машины кто украл? О! Машина как раз открытая. Дрова вкрали, гроші вкрали. У меня есть видео, как полицейский залазил в нее.
Это же этот ваш... какой? Маленький залазил? Ага. Это мы уже будем потом делать, не переживайте. Ну, он представлялся, есть его фамилия. Да, есть. Ну, пока вас чекали, да. Там, если что, есть камера наблюдения на ТБ. На ТБ, да, там из камеры да. Есть кому-то, да? Что, залазили, да. Все докажем. Не, у меня есть видео, я скидывал тебе. Сейчас патрулька приедет, мы это оформим сначала постановление. Товарищ полицейский, а у вас страховки нету на автомобиль, вы знаете? Можно без страховки ездить? Товарищ полицейский, можно ездить без страховки? Скажите мне, пожалуйста. Можно ездить? Не светить, будь ласка, в обличье. А ну, еще ударь по камере, это вообще будет шикардосик. Ударь по камере, еще будет шикардосик, вообще сумасшедший. Водитель Болихавский Тарас Вячеславович, да, зовут вас? Тарасику. Тарас можно без страховки ездить, скажи, пожалуйста. Сейчас экипаж проедет. Скажи, да или нет, и все, я от тебя отстану. Можно ездить или нет? Ну, краще знать, вы закон добре знаете. Можно или как нет? Как вы думаете, можно ездить? Нельзя. Нельзя. По МТЗУ у тебя нету страховки. Это проблемы сайта МТЗУ. А, ну то бишь, если полицейские сейчас приедут, ты покажешь, правильно? Без питания. Не вопрос. И сеточку снимешь, да, с госномеров? Потому что ты знаешь, что по пункту 2... Ты знаешь, какой пункт? 2.1? 2.9? Снимать сеточку чинить, это не вам вирішувати. А это заборонено закрывать іншими предметами. Все, красавчик. Вот это я просто хотел узнать. Зачем ты провоцируешь и все? Да-да-да. Да вы что, Евдокименко оформлял взятку. А, тебе? Ну, этому же пацану, да. За песок. За то, что сыпался якобы песок. Ну, он не сыпался на самом деле. А он ему денег хотел? Он полденег ему ложит, да, а те вызывают следственную группу. Да, да. Вот. А закончилось тем, что потом они составили... Нет, а пусть. Да он сейчас скроется. Зачем? Ну пусть скроется это. Ты ж водитель, правильно? Ты водитель. Красавчик. Оп. А вот теперь он... Он еще сейчас наедет на кого-то. Там грязи везде пол. Вот он паркуется. Надо, чтобы он не скрылся с места. Да я ж вот фиксирую. Да не, будем еще качать. Давай. Приедешь, чтобы не скрылся, на кого сейчас опечатать этот КамАЗ. Человека не сбей. КамАЗ якобы, блять, не знаю почему. Нет, пустой. Блин, вы можете не светить? Да, хорошо, давай. Да нельзя на машине ездить, говорю. Я стану вон. Нельзя, пусть стоит, пусть стоит так. Это? Поставь ее, как она стоит. Я тебе говорю, ты нарушил правила дорожного движения. Что хорошо, это ты будешь точно так же с водителем рассказывать? Я тебя не отойду назад, я на пешеходном стою. Попытается на меня наехать, это уже, ты знаешь, чем закончится. Осторожно, не надо, не наедь. Я сбоку стану, чтобы машины ездили. Можно ну, сюда, вот сюда. Да, только туда, только на правую сторону, на левую нельзя. Не, сюда, на правую. Да. Все, нормально. Стоит. Уважаемая госпожа полицейская, что мы ждем? Никого. Вы выкликали полицию? Да. По поводу КамАЗа. Вернемся к КамАЗу. По поводу КамАЗа. Где свечи, яка?
А где сличка? Убегла, десь побегла. Все, садись, заводи и езжай. Не, ну воно ж вилучене. Что оно вилучено? Протоколу огляду місця події. Автомобіль а де слідча? Ви не хочете писати зберігальну розписку на автомобіль. Та ми вашу схему поняли, ви жучка. Ви просто жучка, которая хочет узнать, куда мы отвезем машину, приедет, опечатает. Правильно? А я извинюсь за свои... Це територія. Як я туди зайду на якусь власну територію, якусь... Слышь, она говорит, что это надо написать, Алексей Михайлович. Адресу? А так зазвичай пишуть. Адресу, де буде зберігатись вилучене майно. Алексей Михайлович. Ми можемо тільки транспортне средство взяти, як хазяїна, який має, передав нам права владіти і розпоряджатися. И в связи с тем, что еще решения суда нет о аресте и запрета права и пользования, поэтому эксплуатировать мы имеем полное право. По той причине, что первое... Сейчас питание стосовно того, что вы не хотите вказывать адресу, где у нас будет сберегаться. Так сказал цей человек. Тому что она будет сберегаться... Я, на его думку, приеду туда, на какую-то сегодня... частную территорию и опечатаю ее там. Ну... Зараз там технічна несправність не дозволяє там, зараз вирішуємо питання тут стоїть. Потім адреси. Плюс у нас немає техпаспорт, чому не возвращають? Воно є підозріння, що воно підроблено. Ви, получається, його украли. Ви його не з'яли. Ви ж не експерт. На основі чого? Сослітесь на норму закону, пожалуйста. Бачила, як ви. Це ж не ви вилучили. Не я вилучила. Ну так як ви можете? Ви старша. Ви старша. Ну ви приїхали, сказали, що ви старша по сьогодні. Та у мене на камері все записано. Я чергова, а не старша. Ну хорошо, чергова. Старша. Ну чого я за руку хватає. Ви може жена, що ли? А где ты пошел? Да она пока консультацию получает. А, вон она идет. Уже бумаги какие-то. Уважаемая, а что мы ждем? Что мы ждем? Вы здесь будете ночевать? Да не хотелось бы. Ну так может человеку действительно передать транспортное средство. Вы же индивидуально. Не слушать чергового. Так я же вам предлагаю. Пожалуйста, забирайте транспортное средство под сохранную расписку. Ту диктовку, которая трактовка, она не может, она непосредственно противоречит действующему законодательству. Как вы хотите сформулировать? Как вы хотите сформулировать? Что мы не против ее взять и предоставить тот момент, который необходим для эксперта, для проведения экспертизы. Вы же экспертизу собираетесь проводить, правильно? Значит, смотрите, а что я вам предлагаю? Данное транспортное средство, вот этот там был осмотрен мной. В общем, сегодня в 4 часа вы закончили осмотр. Адрес посмотрите, пожалуйста. В результате осмотра. Вы изъяли. Не заблуждение у вас не ввели. А вы не мешайте. А вы завожали, пока мы там. А вы не мешайте. Обманным путем. Совершенно верно, обманным путем. Со стороны света. Ну куда вы приехавши на эту территорию, он выгрузил дрова. Вот. Есть у вас доказательства, что он выгрузил? Да, да, есть. Есть? Покажите. Подождите, покажите. Значит, давайте не перерывать друг друга. Молчи. Пожалуйста, сюда к молчи. Машине. Молчи. Давайте молчи. Молчи. Пока я тебе не знаю, кто ты. Понял? Я молчи. Я уже не знаю. Ну все, можешь все. Быть свободен. Вы так, тоже. Закрывай, идите сюда. Подойдите сюда. Там грязно, можете не подходить туда. Кто закрыл? Да, вот это она закрыла. Мы это зафиксируем. Мы тоже фиксируем это все. Мы это зафиксируем, как они... Фиксируем. Да фиксируй, где хочешь. Только вы не забывайте, там личные вещи лежат. Так, а почему вынимается автомобиль? Вы знаете, что там личные вещи, ключи от дома лежат. А вы уже даже не сказали забрать... Да, хотите, вы не кричите, пожалуйста, на личные вещи. Подождите, есть щена отверстие. Да, щена опечатана. Пройдем сейчас на ту дверь. Товарищ водитель, вы заберете свои необходимые вещи из кабины? Конечно, сейчас машина ключи приедет. Заберите, пожалуйста. Ну, конечно, будем забирать. Забирайте. Власне ручки. Власне, нужные, потребные. Опа, вы еще сами открываете двери? Я не открываю. Да вы уже закрыли ту дверь. Я не вернула.
Вы ту дверь закрыли. Эта дверь закрыта, ее надо снутри открывать. Оттуда? Оттуда? Конечно. Зафиксируйте, Вадим Николаевич. Зафиксируйте вот эту женщину, она номер значка. Давайте. 008-24-56. Я спілкувався конфіденційно. Засобом технічним підійшла і зафіксувала наше спілкування. Я прошу пробачення. Ми бачили, що ми спілкувалися. Ми забираємо власні речі. Власні речі. А що ви творите? Ви чисто по беспределу мусора делаете. Еще раз говорю, по беспределу делаете. Еще раз говорю. У нас есть время. У нас время есть. Время достаточно было. А у нас было время, когда твоя курица поехала за кем-то. Где наш водитель? Вы забрали свои личные? Именно жуки многолимы. Еще нет 20-го. Можно так открывать, закрывать, да? Ни в коем случае. Применяйте мне 342-ю. Я не хочу ничего до вас применять. Так а что вы мне тогда условия диктуете? Толкаю, не толкаю. Да, Боже, сохрани вас, толкаю. С іншої сторони. Еще раз говорю. С іншої сторони. Слышишь, Шавка, иди вообще отсюда, броди. С той стороны вы опечатали слідчі. Вот когда вы попадете в какую-то ситуацию, поверьте мне, мы ними занимаемся, поэтому я вам объясняю, почему я вынужден это говорить. Вынужден, потому что других слов не понимают. Отжимают у человека сейчас по беспределу, пусть покажут вам, где дрова в машине. Вот пусть покажут, где дрова. Человек, вы обратите внимание, несколько раз сказал, что вход с той стороны, а женщина, которая совершает какие-то действия, следователь вроде, и вторая не представилась, совершают именно, не дают доступа до транспортного средства. Нет, мы предоставляли доступ. Вам же человек объяснил, что... Человек ранее... Вот с той стороны. Человеку ранее... Человек ранее забрал. Сейчас? Да. На, держи, я пойду пауэрбанк возьму. Ну, я могу открыть кабину? Вы же забрали перед этим. Вы же мне сказали, что вы забрали вещи. Я не все забрал. Вы не все забрали? Вы же не информировали о каких-то бумагах, которые клеите? Я информировала человека, что машинку все равно мы поставим на штрафплощадку. И просила его забрать все свои личные вещи. Ну, не помню. 2 часа назад. И мы 2 часа вы забрали вещи. Да мы тут уже 5 часов, наверное. Стоим. Вот именно, да, Сыночка. Я пока лучше... По закрытой связи, видишь? Ничего, мороз, оно отклеится все само. Да я что побирал, я ж думал, сейчас тут раз. Так, а что, солярка, аккумуляторы? Ну надо это все, что... Это их не волнует, это именно 2 квочки. Вы оскорбляете нас сейчас? Квочки? Давайте не слушайте, делать работу. Если это... Кабину провокация. Провокатор это ты. Понял? Кабину заборонили, да? Ну, она зафиксована, на жаль, процессуальная идея відбувається с порушением прав громадян в самом початке. Ну, это вы будете потом перед руководством своим оправдываться. А то, видно, по кепке получили. Алло. Да, мерифянские мусора, следачки здесь опечатывают КамАЗ без дров, понял? Забрали документы, мы тут с адвокатом. Одну минуточку, вот полицейский звонит. Вы, пожалуйста, же присутствуйте при этом все. Вот эти оскорбления, унижения, это же он постоянно. Да, ну, если ты на солдатке, не надо. Здесь свидетели, видео предоставится. Да. Значит, при... Да, это выезд, который идет в ЦКБ, там знак только направо, он совершил маневр налево, но тут есть полный букет. Сейчас только что проверили, вроде это сотрудник действующий водитель. Есть предложение, что может скрыться и страховку. СБУ проверяем. Нет, тоже нет. Еще сеточка какая-то, у меня там еще не видно номеров.
Да, ждем вас. Да, спасибо, подъедете. Фамилию там продиктовали уже. Так а что вы пломбируете, если она снизу открывается? Да зачем надо было показывать? Ты что? Так там не пломбируют. Так ты ну, ответственность. Это ж именно... Нет, так сейчас там потырят это все. Сейчас уже едут, едут уже. Снизу пускают, вниз пускают, фиксируют. Там надо поебаться. Да пусть. Сейчас подъедем. Занимаются просто беспределом мусорским и все. Ну это не двойник, конечно, да? Да, это поинтереснее. И выявлять вот таких вот чумочников. У мусору попадут, если в деле вадут, будет замес не закус. Эй, мусор, лови разнос.